И вы нас один лайк. Да. Всем доброе утро. Наконец-то я сегодня загрузила видео, которое уже грузилось дней 5, наверное. Мы сегодня едем в путешествие. Да, мы сегодня вечером собираемся в путешествие. В другой город. В другую страну. Страну, да. А куда, узнаете попозже. Да. Мы тут собираемся. Луки. Мы помыли голову, сейчас будем колоски забыть. Да, луки тут уже готовятся, да? Но это мы просто сейчас ночью садимся. Едем вечером один садимся. Едем ночью. Короче, мы уже позавтракали. Кстати, у нас вот тут вот, посмотрите, что в духовочке. В духовочке у нас яблочный штрудель. Сейчас уже надо будет доставать его. Я не дорассказала. Давай, сейчас я буду тебя расчесывать и сушить. Ай, больно. Начинается. Ай-ай. Ай-у-ай, да? Вот такие вот у меня сегодня будут драть. Вот такие вот будут у меня сегодня резиночки. Мы едем туда. Да, ну, все потом покажем, Диана. Зачем ты сейчас интрига? Кстати, давайте так сделаем. Пишите в комментариях ваши догадки, куда мы едем. Ну, не знаю, город или страну? Ну, город. Можно и страну, и можно город. Да. Поэтому мы будем читать. Посмотрим, кто угадает. Да. Кого будет больше. Так. Кстати, у нас Дианочка немножечко приболела. Насморк у нас. Мы все как-то немножко и не болеем, но и не здоровые. То чихи, то насморк, что-то такое непонятное. Вот эти пару дней было. Штрудель уже готов наш. А это мы. Кстати, вчера, посмотрите, что мы купили. Каштаны. Каштаны, ну это каштаны вот эти, которые Сладкие. Кушать можно, да. Мы их вчера пожарили, ну очень вкусные. Тебе нравится? Да, сейчас. Да пусть папа почистит, не надо. Папа, покажи. Очень вкусно. И очень вкусный штрудель. Это белое можно. Покажи. Есть. Да, его надо хорошенько почистить. Очень вкусно. Все, давай волосы сушить. Не, да ты что? Вы вообще готовы в этот? Настя, поправь вот эти шорты, пожалуйста. Это Диана на меня лезла просто. Готова? Диана, ну не надо. Мам, тебе надо было раньше заходить. Что ты будешь? Диана, давай приедем, когда и будешь делать тест. В школе выдали тест ей. Ну, сказала, потом не сделаешь. Только выдали... она сказала вчера, позавчера. Она сказала, сегодня, вчера же я в школу ходила. Да. Она сказала, дома сделай тест. Мы уже собираемся, если честно. У нас ну через... что, давайте сделаем с вами. Да нет. После приедем потом, чуть не проболталась, куда мы едем. Чуть не проболталась. Мы уже собираемся тут вот. Сумка. Взяла там хлеб, булочки всякие, колбаски, не знаю, берем такие чипсы всякие. Короче. Наша Зиронька готова, гляньте. Диана сказала, что у нее будет 24 часа, да, в белом. Белый свитшот, белые джинсы, белые носки, белый лак. У меня, кстати, ну лак блестящий. Ну и черный чехол. Но... Значит, оставляй дома чехол. А, и кофта черная. Ну ладно, там не видно ее. И смотрите, это у меня новые из Пинтера. Ага. Обои очень красивые. Короче, нам уже пора выходить. Сейчас 45-46, даже 47. Ну ничего, держись, 15 минут 46. Выйдем. Да, да, да. Ну что, выехали уже? Ну выехали, вышли пока. Настя, Фирос. Папа, это правда, остался у нас дома? 26-го, а оно уже загрузится. Ой, я даже не знаю, с таким интернетом, как тут в Австрии, то неизвестно, когда загрузится это видео. Обязательно. 26-го мы выехали. Не, а, да, мы выехали. Сегодня 26-е? Да. Да, 26-го мы выехали. Когда видео загрузится, неизвестно. Предыдущие 5 дней грузилось. 5. Поэтому мы начинаем видео с 26-го. Да, уже сказала. Октября, да? Да. Да. Вот, так что сейчас идем на остановочку, ждем. Нет, конечно, это будет сюрприз. Будем... Мы уже в поезде были. Да? Нет, может завтра расскажем. Нет. Когда уже мы приедем, потом покажем когда и расскажем. Приедем, вот, и короче, сейчас девочек... Короче, а да дайте скажу, что мы сейчас в поезде встречаем девочек, с кем мы едем. Боже мой, каждый перебивает. У меня уже... А у меня телефон, глянь, туда-сюда, туда-сюда. У нас тут... Урок английского. Я не понимаю, я могу досчитать до 10 только на немецком, я не могу на английском. Да ты что? Хорошо, грызгот. I, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Грызгот. Wie geht es dir? Gut. Wie heißen Sie? Malina. Wie heißt du?
Захожу. Диана. Ми вибрали рай. Да. Не знаю, де вони там. А, о, Гризгот. Так. Пиши прямо уже с телефоном. Привет. Мы этим уже нет. Нифига. Мы доедем, должны доехать до где-то было. Короче. А, ну прям тут. Короче, мы должны доехать до Зальцбурга, а до Зальцбурга еще одна остановка, а на второй мы. Там еще мы ждем полчаса, пока приедет наш специальный поезд. Это просто. Я очень. А еще я очень рада из-за того, что там получается кресло, которое выдвигается снизу, там где ноги, ну, висят, раздвигается, и вот эта штучка вот так ложится. И получается, ты там можешь лежать. Почему мне сразу не сказали? Я просто думала, что мы сейчас будем целую ночь сидеть, вот это все. Ой, капец, а я не знала. Наша в конце 26. Поэтому так уже. В часах у нас 21:26, мы приедем туда. Потом надо еще ждать полчаса. И потом мы уже выйдем из Австрии. Вот так. Я чуть что-то меня качнуло на этот, на рельсы этот. Мы уже в Зальцбург, короче, приехали. Вокзал тут, конечно, крутой. Там спать можно будет. Я знаю. Я надеюсь, что у нас в купе никого больше не будет. 12 минут, я хочу, чтобы мы пошли до конца платформы. Да не надо далеко уходить. Где девочки? Ну да, там же два места свободных еще. Надо было брать билет на папу еще. А мы не взяли. По глупости. Ладно. Привет. Привет. Короче, народ по всему вокзалу раз это вот. А вот девочки тут сидят на улице. Кстати, хорошая погода. Вон Саша с Дианой вперед убежали. Что? Я ничего не поняла. Поезд уезжает. Это же наш? Нет. Мы сейчас взяли поезд. У нас осталось где-то, не знаю, 10 минут. Что они уже? Короче, пацаны побежали в конец платформы, но я не пошла, потому что я очень боюсь, что я не успею. Вообще, я предложила пойти до конца платформы, я пошла на половину платформы, потом я поняла, что у нас остается очень мало времени, поэтому я выключила, пошла домой опять. И у меня еще шея, ну, как бы очень болит, как будто защемили. Я боюсь. Да что ты боишься? Наш поезд. А где на номер? А что он такой грязный, Вера? Я не поняла. А, так там хорошие купешки внутри. Все, я ездила в таких поездах. Да, я в таких ездила. Так, мы в поезде. У Дианы паника. Да, Диана, что Диана переживает? Что? Снимай. Настя, Фирас. Да капец, у меня телефон вообще не заряжает. Значит, может, вот у тебя может, заряд? А вот не ломай. Она не работает. Резетка, наверное, плохая. Может, сейчас поедем, оно включится. Может, снимай рукав один. Ты не замерзнешь? Нет, жарко. Очки сними. Да я к девочкам схожу. Некоторые так, кстати, такими путями ездят. Короче, мы тут все торопились, они ушли, все. Да. Почему мы, кстати, сейчас... Ой, показывать или нет? Где мы? Мы же не рассказываем, куда. Ладно, мы приехали. Ладно, давай уже расскажем. Да нет. Да давай. Да подожди. Давай, сейчас мы в Верону. Мы приехали в Верону сейчас. Но мы едем дальше. Да, мы выдвигаемся дальше.
кстати, мы укрываемся все. Да, куртками что-то прикрылись, все, потому что это... примерзли. Ой, так плохо видно. Ладно. Движемся. Дальше. Нам еще 2 часа, чтобы мы вышли. Это у Насти будильник, но Настя уже пошла умываться. Да. Все, доброе утро. Хорошо, сейчас открою. У нас тут уже с Настей холодный кофе. Да это не холодный. Это капучино. Ой, у меня хорошо открылось, а у тебя не хочет. У меня как в прошлый раз от меня. Будешь без капучино. О. Спасы. На улице тьма. На улице мы уже показали Верону. Короче, как вы уже поняли, мы в Италии. Пишите теперь свои догадки, в какой город мы направляемся. В начале видео вы писали, что мы угадывали, в какую страну. Теперь город. Теперь город. У нас я тут, гляньте, собралась. Вернусь. Говорит, как я выйду в этот город и не накрашена? Да, конечно. Действительно. А вот это мама на нее орала, зачем она ее? Капец. Я взяла вот карандаш, этот гель для бровей и тушь для ресниц. Все, мой набор. А у Насти 5 тоналок. Надо Вере как-то написать, у нее связи нет. Да. Чтобы она пришла к нам, она уже встала. А где у нее там? Я не помню. Короче, друзья, я уже почти накрасилась, выпила кофе, а мама делает мне бутерброд. Раз уже сидит. Смотри, между каждым кусочком вот такая вот клеенка, прикинь? Ну это типа, чтобы они не слипались, да, не рвались. Да, а я не знала, кстати. Тебе салат положи. Да, конечно, я не буду сухомятку есть. Диана. Можно я так? Короче, друзья, рассказываю. Надеюсь, у меня не перекосит, конечно, да. Видно. Спасибо большое. Короче, мы ехали через Альпы, и у меня ночью дважды, короче, закладывала так уши, что я просто просыпалась, потому что там уже очень не слышала. Мы вообще ужасно. Потом еще расскажи, что ночью было. Ничего, полицейские заходили, проверяли с фонариком, не знаю чего. Короче. Если это граница, они по-другому не могут. Ну, была граница 100%, потому что когда они зашли, пришло уведомление всем Welcome to Italy. Welcome to Italy. А мне интересно, вот Киевстар у меня просто. Да, тоже. Пришел тебе, Дианке и Ферасу. Да, мне пришло что-то. Ладно, давай я тоже сейчас сделаю. Витаем в Италии. Да, welcome to Italy. Ой, вы распустили мне колоски, которые мы вчера сделали. Ой, я смотрю туда, оно все белело. Вот. Задом повернись. Красиво. Мы это видео заканчиваем. Потому что мы начнем новое видео по приезду. Да? Почему? Вот. И? А почему? Потому что будет сильно длинное видео, и оно будет сильно долго грузиться. Месяц, наверное, будем грузить. Mm-hmm. Так что, чтобы побыстрее видео грузились, мы на этой ноте мы и прощаемся, и не прощаемся. Ждите следующее видео, и мы уже покажем, в какой город мы все-таки приехали. И кого мы там встретим. Да! Так что там еще будет встреча у нас. Как